В Музее истории открылась выставка «Звездочет», посвященная Дмитрию Мартынову, который был ректором Казанского университета с 1951 по 1954 год. Все подробности далее. На выставке представлен диплом об окончании Казанского университета Мартынова в 1927 году. В этом году исполняется 115 лет со дня рождения известного отечественного астрофизика, внесшего большой вклад в изучение двойных звезд. Дмитрий Мартынов был не только выпускником и ректором Казанского университета, но и в течение многих лет являлся директором астрономической обсерватории имени Энгельгарта, входящей в состав вуза. Что можно увидеть на выставке? В первую очередь на выставке представлены те материалы, которые прислал сам Мартынов директору Музея истории Стелле Владимировне Писаревой. Это было в 1978-1979 году. На выставке можно познакомиться с биографией Дмитрия Мартынова, его документами и фотографиями из личного архива, от студенческого удостоверения до диплома заслуженного деятеля науки. Кроме того, в честь празднования 60-летия первого полета человека в космос на выставке представлен и автограф Юрия Гагарина. К слову, на торжественном открытии выставки выступил и нынешний директор обсерватории Юрий Нефедев, который отметил большой вклад Дмитрия Мартынова в астрономическое развитие университета. Он тут дал толчок для развития астрофизики. Было приобретено достаточно большое количество новых телескопов, и самый знаменательный из них – это телескоп Шмидта, на котором как раз Мартынов сделал очень удивительные исследования переменных звезд. Он также открыл кометы, которые сейчас считаются потерянными уже. Много статей он написал про Марс. Выставку «Звездочет» может посетить любой желающий в течение месяца. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.